Вот, вот. Вот сейчас я вас сдую, сэр Джон. Сдавайся. Сдавайся, сэр Джон. Осторожнее, Джон. Защищайся. Вот. Мама, смотри, я его победил. Ну что, сдаешься? Вот. Этот ковбой уже сильнее меня. Эдди, дорогой. Неужели ты не можешь с ним играть по-другому? Я хочу, чтобы он умел защищаться. Ты посмотри, кто к нам приехал. А, Ален? Какой же ты у меня большой стал. Боже, какая радость. Здравствуй, брат. Тоже так к нам приехал. Я как чувствовала. Молодец, что приехал. Как ты вырвался? Да просто не могу без вас, ребят. Соскучился я по вас. И мы тоже, Ален. Мы так давно тебя не видели. Дядя Ален, а что ты мне привез? Я привез тебе, малыш, твой персональный компьютер. А он в нем разберется? Не сомневайся, Ален. Он разберет его до винтика. Я в его способностях не сомневаюсь. Правильно, дядя Ален, я разберусь. Давай. Осторожнее. Как ты находишь Эдди? Эдди моя надежда. Правда? Он подрос, хорошо ест. И будет такой же большой, как папа. Ну что, мои дорогие, я вас жду в столовой. Только не задерживайтесь. Идем, Эдди. Брат, нам надо поговорить. Пойдем. Братья! Сколько можно ждать? А ну-ка, быстро за стол! Так им, Эдди. Настоящий ковбой. Эх вы, все никак не наговоритесь. Как встретитесь, так и разговоры об этом. Пойдем, сынок. Ковбой? Да. Эдди. Мама, я не хочу, чтобы мальчик плакал. Не бойся. Мамочка, я не хочу, чтобы так было. Все будет хорошо.